Дорогие друзья, в этот день я обращаюсь к студентам, преподавателям, научным сотрудникам, ко всем тем, кто работает в нашем университете. Я обращаюсь к педагогической общественности Москвы. Мы переживаем вообще-то удивительное время. Нам, то есть нашему университету, исполняется 25 лет. Мы прожили долгих 25 лет в таком мощном, динамическом ритме постоянной работы, заботы, ответственности и надежды на удачу. И мне кажется, если даже кто-то мало верил в успех нашего дела, потому что университет создавался с нулевой отметки, то все сейчас, в принципе, поняли, что мы сделали огромное дело и одержали победу. Университет находится на той стадии развития, когда можно говорить о его серьезных успехах и удачах. Через 25 лет мы имеем сейчас около 20 тысяч студентов, аспирантов, докторантов. У нас практически представлены все виды образования. Университетская школа, 8 колледжей, которые объединены в Институт среднего профессионального образования. Это бакалавриат, в том числе международный бакалавриат. Это магистратура, это аспирантура, докторантура. Вот, скажем, магистратура у нас имеет 117 направлений подготовки. Аспирантура, докторантура – 48 научных специальностей. Кроме этого, в составе университета Институт дополнительного образования, Институт системных проектов, ряд таких мощных центров, которые работают на нужды города Москвы. Мы вышли на первое место среди педагогических вузов по среднему баллу ЕГЭ, что характеризует качество подготовки ребят, которые к нам приходят на учебу, вошли в ряд международных рейтингов. В университете открыт и успешно действует даже Серебряный университет. Мы значительную часть обучаем наших заслуженных людей, пенсионеров, людей пожилого возраста в этом университете. Их десятки тысяч. Мне бы хотелось прежде всего поблагодарить правительство Москвы, педагогическое сообщество Москвы, общественность Москвы, городскую думу, которые поддерживали, помогали, развивали университет, помогали и словом, и делом. И не случайно университет отличается современной материально-технической базой, великолепными учебными корпусами. В этот день хотелось бы также поздравить всех, о ком я уже сказал, и прежде всего студентов, преподавателей, весь коллектив нашего большого педагогического университета, научных сотрудников, тех родителей, которые направили к нам своих сыновей, дочерей. Я бы хотел сказать всем спасибо за поддержку, за помощь и поздравить всех с этим настоящим историческим днем, с юбилеем 25-летия Московского городского педагогического университета.